Вот вы тоже пришли на конференцию, посвященную творчеству Коприна. А чем вас заинтересовала эта конференция? С Владимиром Михайловичем Коприным я работала довольно давно. Я знаю всех его учеников. Мне кажется, что для истории не только научно-популярного, но скорее экспериментального кинематографа он сделал то, что до сих пор не сделал ни один художник, ни один режиссер. Вот известно, что он очень экспериментировал с формой, да, любил асимметрию, графику, мультипликацию. Не кажется ли вам, что это мешало его углублению внутрь предмета? Думаю, нет, потому что для меня Владимир Михайлович Кобрин – это художник, обладающий четким математическим сознанием. И это математическое сознание тем и основательно, тем и интересно, что в течение своей творческой биографии Владимир Михайлович позволял различные манипуляции с этим математическим сознанием. И погружение, собственно, и предполагает в определенный момент остранение. И это, мне кажется, тоже один из принципов фильмов и мышления Владимира Михайловича. Поэтому я думаю, что он настолько точно и глубоко знал предмет, что позволял себе именно вот эти формы, своеобразные манипуляции, которые были связаны с тем, что он исследовал различные методы работы с киноязыком, различные методы работы с кадром, различные методы работы с анимацией, и в конечном счете различные методы работы того, как можно объяснить науку, как можно объяснить научное знание и во что превращается научное знание. Потому что у меня методология фильмов Михайловича Коврина сходится с возможностью работы клетки. Клетка начинает в определенный момент распадаться, но она распадается для того, чтобы тоже в определенное время снова стать клеткой. То есть вот это полифоническое, стокгольмское, полифоническое звучание клетки интересовало Владимира Михайловича, и определяла его стиль, и определяла его подход к тому, как можно говорить про киноязык. А как вы сформулировали главный смысл его фильмов, такой сквозной? Попытка уйти от смысла, попытка отказаться от смысла. Докторант высшей нормальной школы Париж, и Карина еще не написала, что она одна из трех кураторов выставки, которая у нас тут все еще идет, до 20 числа, посвященной, собственно, творчеству Владимира Кобрина. Доклад Карины называется «Свист, хрип, ритм. Акустические структуры фильмов Кобрина». Мой сегодняшний доклад посвящен различным формам изменения звука и вообще, как происходит это изменение звука и насколько для Владимира Михайловича Кобрина остается принципиально важен текст. Потому что, ну, наверное, здесь присутствующие так или иначе понимают, что, в общем, начинал он как раз с текста, но та деформация, которая происходила в течение всей его фильмографии, в итоге привела вообще к уничтожению текста и в некотором смысле к демифологизации текста и к демифологизации звука. И мне кажется, что это принципиально важно, тоже как такой своеобразный перевернутый научный метод Владимира Михайловича Кобрина, фильмов Владимира Михайловича Кобрина и, в общем-то, собственно, киноязыка. То, что на самом деле звук у Кобрина мимикрирует такое состояние нового значения и в некотором смысле невозможности того, как действовать в этом состоянии, с одной стороны, вот этой попытки конструкции новой памяти и распространения в этой новой памяти такого визуального перерасхода амбиций этой памяти. В этом смысле, если мы говорим относительно таких технических особенностей его фильма и технических особенностей звука, извините меня, пожалуйста, я должна, наверное, сделать небольшое отступление. У меня некоторая анемия, я периодически буду, наверное, вот говорить как человек под какими-то веществами, что на самом деле не есть так просто, но вот таковы обстоятельства. Так вот, относительно вот этих технических особенностей нужно сказать, что возникает такое своеобразное перераспределение вот этих акустических кодов и манипуляции визуальной и уже акустической памяти, к которой обращается режиссер. То есть возникает в некотором смысле такое тайное значение звука в связи с тем, что мы становимся свидетелем, зритель становится свидетелем и слушатель становится свидетелем перерасхода значения вот этого визуального технического звука и попытки его распространения за пределы правил, каких-то табу,
и попытки, опять же, объяснения того, что есть физический объект, и о том, что такое физический объект и насколько этот физический объект определяет состояние звука, я буду говорить чуть позже. Так вот, действие объектов, в этом есть их особенная, особая, в том числе звуковая и акустическая привилегия. Если вы помните, в начале «Гум парадоксу» это технический звук, что-то наподобие бьющихся колоколов, палок, каких-то деревянных структур. И вот в этом самом начале возникает как раз телевизионное вещание, что принципиально важно, как коллажный принцип построения фильмов, построения визуальных структур. И вот этот коллажный, на самом деле, вот этот коллажный принцип, он почти всегда будет присутствовать в фильмах Кобрина. Дальше следующий кадр – это Михаил Камьонский, оператор Кобрина и его ближайший соратник, который говорит или вещает из камеры, представляющей собой такую крутящуюся мясорубку. Там, и здесь уже возникает звучание группы «Рай». Группа «Рай» – такая электронная, одна из модифицированных такой групп, которая работала с модифицированным электронным звуком. И эта группа так или иначе присутствует во многих фильмах Кобрина. И мне кажется, что принцип использования этого звука – это попытка обытовления звука, вообще обытовления звука, и в том числе электронного звука. То есть, по сути, как мне кажется, для Кобрина звука предельно искусственного. Если мы обращаемся к «Гум парадоксу 2», и первый, тоже один из кадров, уже акустических кадров, я воспроизвожу просто монолог. Если вы помните, опять же, в этом фильме используются монологи, записи о, мы говорили сегодня об этом, о умалишенных психопатах, тексты которых достаточно активно использует Владимир Михайлович в своих фильмах. Так вот, на начало этого монолога. Перед тем, как различать белое и черное, человек должен что-то сделать своими руками. И сразу идет следующий кадр, это такая аллюзия на некий хирургический стол. Следующий монолог, следующий текст. Работать на лесоповалах, рубить дрова. Здесь возникает уже полифоническое звучание пения птиц и какого-то прерывистого, прерывистым ветром. Дальше возникает молот и серп, серп и молоток, и дальше звук выстрела. Продолжается монолог. Бардак, вот страшный, что творилось с ним сейчас, при Горбачеве, сейчас хорошо стало твориться, сейчас он стал президентом ЧССР, уже квартиры, как у Горбачева, чеки спрятаны, 50 миллионов рублей, вся стена завалена, под ковром зашиты, а с другой стороны шланги ассирийские висят для того, кто не слушается. То есть сразу настройка вот на такой как бы шизофренический звук. Дальше он продолжает. «Вы же не знаете, а у нас шифровки дают точное». И опять птицы звук, и снова в кругу этот молоток и серп. НКВД складывает некий НКВДшник, это такой образ НКВДшника, человека в очках, этот человек будет присутствовать в фильмах Кобрина, потом выходящий, вот из, как говорила Женя, там, выходящий из этого, рождающийся из яйца, выходящий из объектива камеры. Звук, следующий звук – это «О-о-о-о-о, спать». Еще нужно учитывать, что Кобрин довольно часто использует эти прерывистые звуки, которые производит человек при рождении или в каком-то агонистическом состоянии, но тем не менее они очень часто монтируются с природным звуком или с модифицированным природным звуком. И, в общем, заканчивается вот эта сцена арии из Уэберовского «Призрака оперы». Дальше следующий кадр – это пластинки типа. Здесь возникает текст, который можно одновременно прочитать. Это «Spielt mit», то есть «играй со мной», «Spielt mit», по-немецки «играй с», которые позволяют дилетанту вот стать неким участником вот этого происходящего акустического действия. И на самом деле дальше регуляции биологических процессов наука исходит, подобно музыканту, говорит Кобрин голосом Герасимова, значит, подобно музыканту наука исходит из реальной системы, существующей в природе. Однако, в отличие от музыканта, любители нам неизвестны нотные знаки природной истории. Здесь кадр спуска граммофона на стеклянную бутылку, о стекле вообще как о возможном инструменте, я тоже буду говорить чуть позже. И мы познаем их, наблюдая за течением жизни. Опять граммофон. Звук, который имитирует природный. Попытаемся обозначить некоторые из ее природных знаков. И опять начинается электронная, я прошу обратить на это внимание, музыка. И некий анимационный образ
инициационный образ. И дальше звукосниматель на этом граммофоне оказывается, демонстрируется на фоне стакана с ветками. Монтируется звук летящей стаи птиц, некий гвалт. Институт гомореи продолжает, он есть улица Сахарова или Курчатова, опять прерыв гвалтом птичьих голосов. Вот там и заражается этим СПИДом. Здесь нужно тоже сказать такое небольшое дополнение о том, что звук иногда действительно у Кобрина модифицируется вот в это состояние болезни. Поэтому возникает такой очень странный, прерывистый, дискретный монтаж природного, модифицированного или сконструированного звука и звука, который производит, текста, который производит умалишенный, который очень сложно, ну, на самом деле, наверное, сложно, но одновременно просто интерпретировать в неком политическом акценте, но так, тем не менее, сложно выстроить в некую нарративную структуру. Так вот, один из объектов Кобрина, который он довольно часто использует, это стекло или стакан и лампочка. Стекло, стакан, лампочка. То есть, по сути, это такие скрытые, это предметы, которые так или иначе могут воспроизводить, в потенциале могут производить некий дребезжащий звук или хруст. Да? И Кобрин создает вот этот эффект, как бы с одной стороны, акустической изоляции. Именно поэтому он использует бытовые, как будто бытовые предметы, но с очень четко политически ангажированы и исторически ангажированы. Как бы вот этой невозможности идентификации с персонажем звука, то есть разделение между объектом, которого, ну, на самом деле нет, да, вот эти все антропоморфы, эти люди, выходящие или там, не имеющие в некотором смысле сексуальной идентификации, или там люди, которые являются там, с каким-то результатом совмещения там, человека и обезьяны, так вот он их в том числе использует как возможность такого перемещенного или смещенного звука. Получается, что стакан воспроизводит некий, если так можно сказать, граненый звук. То есть этот звук распространяется методом граненого рассеивания, то есть в определенном смысле такого лучевого рассеивания. Да? И здесь у нас возникает, ну, по крайней мере, у меня, да, возникает эта аллюзия на, с одной стороны, Кандинского, с другой стороны, там, на метод Ксенатиса. Далее, лампа, то есть звук, в определенном смысле, вогнутый. И поэтому очень часто Владимир Михайлович Кобрин использует вот эту систему этого вогнутого звука, то есть звука как бы как в своеобразной акапелле, звука предельно ортодоксального или звука вот в этом в полифолическом звучании в некоторой ладовой слаженности в определенном смысле, да, то есть по сути возникает такой церковный ортодоксальный звук, который опять же определен стеклянным фрагментированием звука. И вот этот эффект стеклянной коробки или изолированного дребезжащего звука уже один из методов Кобрина. Далее. Распространение звука как в ракушке. Вот это нечастое, но все-таки иногда пунктиром проходящих, контрапунктом, точнее, проходящих в фильме Кобрина, этот эффект постоянного эха и своеобразной мистериальности, которая перераспределяет звук за пределы его сакрального смысла в область вот этой пульсации радостного триумфального звука. Звука вовлеченного, звука, который воспроизводится исключительно за счет электронных носителей там, или музыкантов, которые воспроизводят электронный звук. И в определенный момент звук становится действительно таким пульсирующим, который выходит за пределы реальности, там, исторической или метафизической, или биофизической, как в случае, да, с Кобрином. И вот в этой встрече возникают такие социальные и коллективные проблемы, которые поднимаются Кобрином за счет того, как модифицируется и как изменяется шум, внешний шум, бытовой шум, шум, который связан с определенной эпохой. Нужно заметить, что, как правило, он не использует звук вот этих очень часто появляющихся там эпизодов за каких-то застолий, разговоров, там, я не знаю, поставить, когда ставится стакан на стол. Всегда идет определенное звуковое остранение. То есть определенного шума, который становится точкой соприкосновения, точкой сборки вот этого искусственного, созданного на основе лингвистического разложения текста. Лингвистического разложения текста, потому что симптоматично, что научный текст или псевдонаучный текст, или попытка реконструкции этого научного текста в итоге приводит к
как аккумуляции текста, текста умалишенных. Попытки выстроить этот текст умалишенных в некий ладный нарративный строй. И вот это сочленение электронной музыки там, и переработанной музыки, музыки темы фильмов Чарли Чаплина, о которых мы говорили неоднократно и, может быть, еще будем говорить. И здесь возникает то, что, мне кажется, Кобрин создает вот этот эффект купольного звукового дребезжания. То есть расходовать его эффект, он всегда либо барочный, то есть в соотношении возможности расщепить этот звук, где возникает, извините, невозможность перерасходовать эффект звука, и выстоять вот в этой вне звуковой завесы. То есть когда ортодоксальный звук входит в определенный диалог со звуком, я называю его звуком, роковым звуком, который, в общем, как правило, определяет эффект скульптурного звука, то есть такого звука, который нет возможности его перерасходовать. И в этот момент, в этой точке возникает возможность фетишизации звука, когда происходит расщепление, если так можно выразиться, да, вот этого тела звука. Звуковое тело – это, собственно, концепция, которая позволяет подвергнуть сомнению не только привычные представления о том, что такое музыкальное пространство, но более конкретно определить это пространство как роль звука и роль помещения или перемещения тела, перемещения субъекта вот в этой окружающей медиа-среде, довольно агрессивной медиа-среде, потому что, по большому счету, как мне кажется, Владимир Михайлович Кобрин приходит в итоге к попытке цифровизации звука. И это принципиально важно, потому что он создает действительно некую полифоническую асимметрию. Отсюда я не уверена, что Владимир Михайлович Кобрин как-то обращался, но тем не менее, уже сейчас мы можем говорить о методах интерпретации. Отсюда метод этот Ксенакиса с его политопом, где, в общем, вот этот лучевой звук, с одной стороны, звук, который действует в состоянии некой своей драматургической завершенности, а с другой стороны возникает эффект попытки детективного расследования звука, то есть звука, направленного на самого себя, где возникает научная дистанция, балансирующая между ироническим и, опять же, научным методом работы с исследованием объекта звука. То есть звук, который выстраивает определенную мизансцену, а эта мизансцена в итоге работает на специфическую аберрацию. То есть в некотором смысле можно сказать, что музыка, которая постоянно присутствует так или иначе на заднем плане, то есть где-то там вот возникает в виде шумов, в виде какой-то музыкальной фразы, это такая своеобразная инструкция о том, как можно транслировать записанный и модифицированный звук, то есть превратить этот звук из объекта в определенный субъект, говорящий о передовом, об вот это передовых технологиях. Симптоматично еще и то, что у Кобрина возникает звук, модифицированный посредством радиоволн. И, конечно, нельзя не сказать о том, что уже в нарративном смысле, да, что возникает тоже своеобразный диалог между вот этим человеком и киборгом радио. То есть вот это сознание, которое охвачено своеобразной такой групповой психологией, психологией сообщества, там, находящегося в упадке, в историческом смысле или в каком-то другом, которое способно подслушивать, именно поэтому у него возникают вот эти образы НКВДшников, там, когда вот те персонажи, те медиумы, которые слушают звук и, в общем-то, его передают в тоже свои какой-то своеобразные модификации. Там, это подслушивание, этот объект подслушивания и объект подсматривания, то есть прообраз непонимания того, чем на самом деле является подзорная труба. То есть ты видишь, по большому счету, только то, что входит в объектив, и ты слышишь только то, что позволяет тебе слышать некоторые передатчики, то есть некоторые методы, медиумы, некоторые аппараты, которые так или иначе, понятно, что являются такими сконструированными аппаратами, включающими, то есть
познающими звук и выплевывающими его в пространство в абсолютном таком, ну, каком-то таком своем хромом состоянии, которое уже на самом деле не несут истины, а является аберрацией текста, является аберрацией звука, является каким-то ирзацным звуком, шумом, там, в том числе природным шумом, в том числе там, вот этим природным дребезжанием, эхом, отражением и так далее, и так далее, и так далее. И в некотором смысле возникает то, что Владимир Михайлович Кобрин пытается выстроить в форме такой звуковой симметрии. Понятно, что истина непроста, сознание, которое сообщает ее нам, также не едино, но и не множественно, как раз совсем наоборот, потому что в формальных симметриях, которые структурируют и визуально, и на слух, фильм создает очень мощное чувство единства. То есть очень вот этот коллаж, который изначально возникает как коллаж образов, как коллаж звуков, в итоге работает на единое восприятие. И по сути, вот это множественное состояние, которое должно было предоставить нам возможность множественных точек зрения, фильм Кобрина отдает в пользу точки, очень направленной, целенаправленной точки зрения, очень целенаправленного звука. Кроме как там, который включает демонстрацию ошибочности видения, да, вот подобного радио, как когда фильм является остается не единой какой-то субъективностью, а своеобразным нулевым субъектом, который не идентичен самому себе. И Кобрин также говорит об этом нулевом субъекте, о своеобразном нулевом субъекте звука, если так можно сказать, если так можно выразиться. То есть неидентичный подразумевает определенный звуковой, шумовой и текстовый поток. Здесь, в общем-то, Кобрин играет с вот этим состоянием звука, с его аберрацией и с четким выполнением назначения звука. Этот звук, который льется, то есть если так проследить и проанализировать, на самом деле у звука есть очень четкий объект его исключения, то есть объект распространения звука. И по сути... Также работает там устройство политопа у Ксенакиса, которое говорит вот о невозможности перерасхода звука. В кобриновских фильмах, как в форме опосредования, объясняется устройство машин. Уже работает с тем, как можно объяснить устройство машин, устройство роботов, устройство какого-то модифицированного сознания. И таким образом он уходит в опосредование состояния перерасхода звука и в новый смысл того, как может быть устроен механизм звука. То есть, по сути, здесь возникает ситуация звука-события. Ну, звука-события, который тоже в определенном смысле является а. ироническим, б. Шизофреническим. Это тоже нужно собственно, учитывать. И еще то немногое, что я хотела сказать в виде таких пунктиров относительно звуковых систем и звуковых алгоритмов, то, что принципиально важно для устройства кобриновских фильмов, это попытка автоматизации звука. То есть устройство автоматизма звука появляется тогда, когда возникает эта невозможность воспроизвести его в какой-то своей полноте, связанной с определенным значением этого звука. Отсюда там имитация скрежетов, отсюда воспроизведение птиц, которые на самом деле птицами не являются, отсюда там, имитация того, что там постоянно работает камера, на самом деле это не скрежет, то есть это не шум камеры, а какой-то модифицированный природный как бы натуральный звук. То есть по большому счету вот это глобальное накопление событий, действий, шумов, деятельности звука и непредвиденных каких-то обстоятельств повседневной жизни, которые Кобрин имитирует, в том числе при помощи звука, при помощи акустических систем, создает некий асубъективное пространство, которое позволяет, в свою очередь, уже индивидуальное восприятие сознания. То есть фильмический звук помогает зрителю и слушателю в этом преодолении, потому что, собственно, вот эта систематическая сдержанность или двусмысленность звука и их край неопределенного значения, если говорить
попробовать использовать там слова Каракауры буквально, что он запускает те цепь, которая перетекает между внешним поверхностным восприятием вещей и внутренним движением, которое характеризуется памятью и субъективной мечтательностью, говорит Каракаура. И, в общем, это такая мечтательность, предвосхищение звука, тоже принципиально важно для Кобрина. Кобрин, по сути, создает психологическое соответствие звука, попытка этого психологического соответствия звука, как, например, я неоднократно говорила об этом, звук записи психопата и некой политической повестки, да, которая работает тоже как воплощение этой мечты или некой аллюзии истории в этой реальности. И одновременно измененного электронного звука, который, по сути, является оживленным вот этим объектом на экране непроизводимых самоисследований, там, наделяющихся силой, которые там, поддерживают вот этот параллельный мир звука. Еще один важный момент, о котором я хотела сказать, и то, что, мне кажется, принципиально для Кобрина, это то, что возникает, мы говорили об этом, то, что Кобрин очень часто использует цитрафиную съемку, то есть съемку, которая воспроизводит эффект, ну, такой замедленный, немножко растянутый во времени истории. И это принципиально важно, также остается и для звука. Потому что вот эта медлительность, которая, мне кажется, возникает еще в ранних его фильмах, где вот эта нарочитость научного текста чуть-чуть продлевается. И вот эта возможность чуть-чуть продлить научный текст, с одной стороны, да, высказывается в пользу вот этого постмодернистского отстранения и там попытки иронического отношения к науке, объяснению неких научных биофизических процессов, но одновременно исследует возможности того же цифрового звука, то есть звука, который уже становится самоцельным с этой своей природной нарушенности, то есть в этой своей естественной ошибке. Именно поэтому здесь возникает такой своеобразный рапид звука, если можно так сказать. То есть, по сути, там, например, так же, как пленка там, исчезает в цифровом кино, точно так же и звук в цифровом кино, в предвосхищении вот этой цифровой эры кинематографа, он тоже исчезает, тоже демифологизируется, деморфологизируется и, по сути, десакрализируется у Кобрина, потому что, в общем, электронное изображение, точно так же, как электронный звук, является следствием вот это изобретение того, что такое цифровая обработка информации, что такое цифровая обработка звука и так далее. Но также относительно вот этих аллюзий про уничтожение звука нужно учитывать еще такой мотив, как кинетическая, если так можно сказать, да, кинетическая игра, там, или даже кинетическая игрушка. То есть, по сути, Владимир Михайлович Кобрин пытается создать некий, и создает, наверное, да, определенный аппарат, где традиционный звук, то есть звук в нашем представлении, в обывательском представлении традиционный, тяготеет лишь к тому, чтобы уничтожить любую свою знаковость, то есть уничтожить знаковость самого себя как субъекта. И, по сути, он провоцирует слушателя на то, чтобы создавалось впечатление, что можно вот с этим субъектом каким-то образом поиграть. Но, опять же, важно, что носитель этого звука, аппарат, который этот звук передает, работает исключительно на дискредитацию этого звука, на дискредитацию звука на уровне композиции, дискредитацию звука на уровне, если так можно говорить, там, музыкальных фраз. Именно поэтому он использует, например, какие-то музыкальные мотивы, лирические мотивы в музыке начала века. Он использует иногда модифицированную блюзовую музыку, модифицированную джазовую музыку, создавая своеобразное такое галлюциногенное звуковое пространство. И именно это тоже, мне кажется, довольно важно. То есть, по сути, эффект
ожидание звука в кобриновских фильмах становится таким сигналом отклика этого звука. То есть эффект ожидания тоже возникает тогда, когда невозможно предугадать действие звука, когда невозможно представить, что там, звук становится таким монтажным, ну, если так можно сказать, монтажным ядром того, как действует кинематографический образ в том числе. То есть, когда мы говорим про кинематографический образ как образ вожделения, то есть образ, когда мы ждем что-то и получаем это, и зритель получает в итоге что-то, и это, как некое изображение, которое является результатом его вожделения, результатом его ожидания, Кобрин действует совершенно противоположным методом в отношении звука, по крайней мере. Он это ожидание переворачивает, то есть он, по сути, переворачивает вожделение звука в обратную сторону. То есть возникает такое двойное отдаление. Вот эта механизация природного звука и отчаяние по отношению к звуку электронному, то есть генерированному, предлагает своеобразную вуайеристическую систему, то есть только вуайеристическую систему на уровне подслушивания, то есть который заботится о том, чтобы произошел определенный нарративный разрыв, Кобрин воспроизводит как определенный акустический нарративный разрыв. И здесь, в общем, да, и здесь возникает то, что... И здесь возникает вот этот монтажный принцип, который очень ярко, как мне кажется, выражен в одном из эпизодов фильма «Группового портрета в натюрморте», на этом я заканчиваю. Вначале говорится: «И чей-то крик больной мне режет уши». Дальше идет звук идущего поезда, то есть вот звук этих бесконечных рельс, на котором движется эта машина. И потом фантазия, вот эта симфония фантазии Петрова, мастера Маргарита. Дальше он говорит: тот поймет, послушай, гляди, белеет небо, там кто-то умер, мама, как страшно, мама, правда, такое только снится. То есть вот этот звук, электронное дребезжание, звук поезда на самом деле говорит о определенной аллюзии, в том числе на сновический звук. То есть по большому счету возникает метафора сновического звука у Кобрина, и это мне тоже кажется принципиально важным. Извините, что может быть несколько дергано, но мне было важно донести какие-то пунктиры относительно звука. Ну и пунктирное звучание никто не отменял в эпоху, особенно минимализма. Спасибо вам большое. Карина, спасибо большое. Есть ли вопросы? Так. Карина, спасибо. Я жалко, нет здесь Диги Вертова, потому что, конечно, после симфонии Донбасса, которой очень много посвящено, вот если вот я представляю твою книгу «От симфонии Донбасса до Кобрина», ты не пишешь случайно? Очень хочу, я как раз ехала в это, конечно, поразительно, это поразительно, вот этот момент. Ему приходилось в 80-е годы, собственно говоря, использовать вот этот стандартный, так сказать, научный университетский дискурс, который рассказывал о знании, которое верное, потому что оно верное. И сейчас мы воспринимаем, вот я не знаю, может быть я воспринимаю новизну как бы визуальную, а звуковую дорожку я воспринимаю как соцартовскую. Она для меня очень мила, но она уже несет иронический оттенок. И вдруг как бы все разрушилось, если бы были только комменты, если бы он только комментировал, это превратилось бы, конечно, в пародию. И это поразительно, конечно, то, что... Вот, и как раз в мой как бы, коммент уже добавляется вопрос. Этот момент, скажем, соединения как бы, элементов конкретной музыки, соединения, собственно говоря, found sound, да, как бы найденного звука. И вот меня немного всегда раздражала как бы музыка. Мне казалось, а музычка-то тут зачем, да? Тем более музыка, она очень, будь то классическая или какая-нибудь рок-группа, она как бы очень быстро устаревает, в отличие от конкретной. Как она вписывается в эту твою невероятную купольную, звучащую эхом и дребезжающую систему арковую? Но я как раз считаю, что я думаю, что для Кобрина электронная музыка скорее носила такой довольно
раздражительный эффект. В том смысле, что действительно, возможно, я только предполагаю, возможно, он подыгрывал эпохе. Потому что, по большому счету, Владимир Михайлович Кобрин – это человек аналогового сознания. И это аналоговое сознание распространяется в том числе на звук, то есть вот это, на, как бы на эту акустическую философию реальности. И когда возникает определенный... Я могу это интерпретировать только с той точки зрения, уже скорее визуальной, да, изобразительной, что это такой эффект, наверное, фресковости, что ли, то есть попытки включения вот в это фресковое изображение звука, в том числе вот этих внешних раздражителей, потому что я считаю, что, повторяюсь, да, что вот эта электронная музыка, это музыка, которая, как ты правильно сказал, очень сильно модифицируется и является уже в своем зарождении, несет в себе вот этот, ну, такое агонистическое состояние, то есть она уже изначально мертва, потому что она очень негибкая, эта музыка очень негибкая, как мне кажется, да, но в то же время у Владимира Михайловича Кобрина, я предполагаю, было очень четкое представление о лиризме звука. И вот этот лиризм звука, отсюда у него такие архетипические, я упомянула, да, вот эти архетипические чаплиновские темы. Архетипические чаплиновские темы, которые тоже в определенном смысле являются модификацией звука начала 20 века, да, вот такой как бы коллажным принципом. Но я могу это объяснить скорее только как предельный какой-то высший разум Владимира Михайловича Кобрина, позволяющий себе ироническую дистанцию. Насколько сейчас это работает, мне кажется, не работает. Но в этом и особенность его поведения, в этом особенность его фильмов, иначе мы бы говорили сейчас о какой-то эпохе постмодерна в Кобрине. А мне кажется, что он чуть больше, чем постмодернистское высказывание, в том числе в отношении звука. Если я ответила на твой вопрос. Да, спасибо. Да. А, Евгения, давайте, вижу вашу руку, по очереди. Большое спасибо, Карина, за доклад, очень интересная тема. У меня возникло такое ощущение, когда я смотрела его фильм, вот я хотела спросить, как ты думаешь, насколько это правомерно, то звук используется в двух функциях, ну, ладно, конечно, больше. Первое – это модальность задается, да, через иронию, через дистанцию. А второе – это, что наиболее интересно, мне кажется, и там используется электронный звук, это как раз такой способ. Через звук задается темпоральная структура события. Звук обладает специфической антологией, он проявляется напрямую, манифестируется напрямую. Смотри, об этом, в принципе, много, да, сказано, что в антологии звук, а его изображения качественно отличаются. И через ритм он задает то, что сложно уловимо через визуальные измерения, вот как раз измерение идей, философское измерение. Он задает именно структуру события через и время, через звук. Мне так показалось, как ты думаешь? У меня возникла очень странная аллюзия на самом деле. Она связана с фильмом Майклом Сноу, если ты помнишь, «Длина волны», но кто-то, наверное, ее тоже из присутствующих здесь видел. И в этом смысле как раз я с тобой, ну, скорее не согласна. Мне кажется, что событие как таковое уже сформировано, и это попытка как раз отказаться от этого события. И фильмы, и использование звука именно такого атипического звука в своих работах лишний раз доказывает, что, в общем, Кобрин обслуживает эту идею, ну, не то чтобы отсутствие смысла, а попытки повергнуть существующий смысл определенному сомнению. И поэтому звук скорее... То есть, у него же, я говорила, мне кажется, сегодня, что у этого звука всегда, почти всегда есть источник. Либо этот звук, то есть другой звук, скажем так, возникает в тот момент, когда происходит определенный монтажный, а может быть не очень заметный, да, но монтажный сдвиг. В тот момент, когда происходит вот этот монтажный сдвиг, может быть, не очень заметный, да, как в движении волны, но вдруг происходит какое-то
совсем незначительное дребезжание, и звук начинает чуть-чуть модифицироваться. То есть вот эта модификация звука, то есть в фильмах, безусловно, очень сильно заметная, да, потому что там вот, например, идет текст, и вдруг какой-то там скрежет, или вдруг какой-то писк там, или вдруг еще что-то, что по сути, наверное, да, в байтском представлении звук, то есть текстом не является. И скорее для Кобрина, я могу ошибаться, но мне кажется, что для Кобрина и была выстроена вот эта попытка вообще симуляции звука, то есть симуляции звука, симуляции текста, симуляции потока шума, то есть постоянная игра, не столь явная, чтобы вот прям безусловно сейчас сказать об этом игровом начале там или о странении, но всегда вот это некоторый ребус, в том числе звуковой, который он себе позволяет. Но возможно события действительно как событие, как определенная история, потому что для меня событие — это история, мне кажется, что для Кобрина тоже это было как-то важно. Возможно, эта история формируется в зависимости от звука, но тогда этот звук очень сложно составной, и это тогда история про полифоническое, попытка полифонического звучания. И исповедание в том, что этого полифонического звучания невозможно в его фильмах, невозможно в научном кино, как мне кажется, да? Ну, то есть, точнее, в том опосредованном научном кино, к которому он обращается. Вот, наверное, как-то так, если я ответила на этот вопрос. Спасибо, Женя. Можно? Спасибо. Вы употребили слово «субъект». Можно ли сказать, что звук в фильмах Кобрина – это герой? И он не только разоблачает отсутствие смысла, но и привносит какой-то смысл, раскрывает какой-то смысл, несет какой-то смысл. Звук как герой, который несет определенный смысл. Скорее нет. Мне кажется, что звук несет попытку деформации. Потому что, ну, есть довольно известный факт, когда как раз Кобрин пришел к Герасимову и попросил его: а можешь ли ты, мне так надоели эти научные тексты, сказал он ему, что вот твоя этика произношения, твоя какая-то тактика работы со словом, скорее, мне ближе, потому что моя задача, ну, понимаю, так и сверхзадача заключается в том, чтобы разрушить вот эту научную методологию. А там, где происходит разрушение, ну, мне кажется, что нельзя говорить о том, что звук, даже то, что предлагаете вы, это попытка определить звук как объект. Звук как субъект. Для меня звук как субъект, герой. Это скорее не герой, это скорее такая попытка ирзаться текста. То есть Кобрин работает, как мне кажется, с текстом, как, с попыткой контртекста. Его фильмы — это попытка контртекста, то есть это не текст на полях, и это не текст записи, и не текст каких-то случайных случайных заметок, а это попытка не то чтобы разрушить текст, но выдать некую другую самость текста, другую сущность текста. И попытка выдать другую сущность текста говорит не в ко... как раз отрицает возможность текста и возможность звука как героя, организующего пространство. Для меня это как раз попытка и стремление полностью, тотально разрушить это пространство. Там, разрушить пространство научного знания, разрушить пространство цифровой культуры, ну и так далее. Так, последний у нас вопрос. Спасибо огромное. Я прокомментировать один момент. Мне кажется очень несправедливым забывать о такой
фигуре, как Евгений Кодинский, который в основном и создавал все эти акустические ландшафты кобринского кино, особенно после 93 года. Вот. И Кобрин всецело доверял это дело ему, и создавалась не одна, а даже, скажем так, несколько вариантов звуковых дорожек. Я вот очень удивился, когда тут на ретроспективе, например, показали часть, в общем-то, фильмов с абсолютно другой звуковой дорожкой, которой на, ну, которой ни на Ютубе, ни на DVD собрание не представлено. Это я так, про то, что вот зарядовал чуть-чуть вот Коприна к товарищу Кодинскому. Вот что хотел узнать. И, может быть, чуть-чуть поспорить. Вот этот момент, когда Кобрин просит Андрея Герасимова читать закадровый текст, он продиктован, как мне кажется, в первую очередь не борьбой с этим, с научным, с наукообразным акустическим, скажем так, акустическим потоком, да, который представал на телевидении. Дело не в его научности, а дело в казенности установок, казенности произношения. А Герасимов, собственно, сумел добиться какой-то максимальной осмысленности каждой отдельной фразы, каждого отдельного слова. То есть это был не текст, который читает непрофессионал, не понимая, что он, в принципе, несет, что это там за самоорганизация, синергетики и прочая фигня. То есть он все это прекрасно понимал и старался как-то интонационно донести. Вот, и вот что я хотел спросить. В какой момент, как мы приходим от этого стремления Кобрина и его команды, от вот этого требования к кристальному пониманию того, что произносится, к... Мне очень понравилось, как ты сказал про вот эту историю с приснившимся звуком или подслушанным, как, например, в фильме «Первый апокриф» этот практически неразличимый шепот, или как в последнем фильме «Гравиданс», где аудиодорожка на английском, она не дублируется на русский, не сопровождается субтитрами и, насколько я понимаю, не требует, в принципе, какого-то досконального понимания. И, в принципе, акустические структуры под конец, они уже ничего не сообщают, они не семантизированы. И вот у меня вопрос, в какой момент и почему происходит этот переход, этот разлом. И пока вы над ответом думаете, я просто вспомнил очень интересную историю, которую рассказывали, когда в процессе записи звука для группового портрета в натюрморте, собственно, озвучивали эту фразу по поводу того, что каждую секунду на Земле умирает один
человек. И после того, как прокручивали эту запись, отчетливо услышали после этой фразы «Мало! Маловато!» И как-то ее в одной звуковой, в одной звуковой дорожке оставили, в другой убрали от греха подальше. Вот. Ну, то есть, вот это пересечение ненарочного, несемантизируемого и все-таки осмысленного звука, осмысленного голоса, вот, вот где пролегает эта граница. Надеюсь, я не утомил вопрос. Я честно тебе могу сказать, мне сложно ответить, где пролегает эта граница, поскольку мне кажется, что она начинается в биомеханике, а какого-то своего апогея, возможно, приобретает в, если говорить в фильмографии, скорее в Present Continuous, потому что вы правильно заметили относительно того, что вот это смерти, того, что, и, в общем, стремление и динамика к смерти звука и к смерти значения звука, значения текста возникает уже тогда, когда идет взаимодействие с Герасимом, не только потому, что есть некая директива, и он ею сопротивляется формально, а скорее в каком-то методе того, что как можно определить этот звук, и как можно определить научное знание, опять же, как мне кажется, таким постмодернистским методом, когда один объект или взаимодействие объектов объясняется нарочито. Вот эта нарочитость, звучащая в там, скрытой даже иронии Герасимова, да, скрытой там, вот этом, в явном протягивании звуков, слогов и вот этом таком своеобразном детском отношении, игры с детским отношением по отношению к зрителю, уже тогда заложена эта динамика, и, в общем, неудивительно, к чему мы приходим уже там тут, и вообще, когда полностью уходит звук, в том числе вот этот там электронный звук, то есть когда это все сравнивается и ведет к движению, к просто какому-то совсем незначительному, то невозможно уловимому вот этому исчезанию, шепоту и, в общем, и тишине, по большому счету. Поэтому я не, если говорить вот так историографически, я назвала эти фильмы, а в целом, мне кажется, с самого начала. Спасибо.